Если вы хоть раз летали на самолете, то наверняка заметили, что далеко не все пассажиры умеют себя прилично вести. И если малышей можно за это простить, то дети постарше могут здорово вывести из себя даже самых спокойных людей. Ваш герой как раз столкнулся с невоспитанным мальчишкой с кудряшками, которому никак не сидится на месте, весь полет пинает его сиденье, и теперь перед ним дилемма: наказать ребенка или же не обращать внимания на детские шалости. Перед вами появилась ваша темная сторона в виде демона и светлая в виде ангелочка. Кто из них победит, решать вам. Вам предстоит сделать весьма непростой выбор. Нажмите на ангела или демона персонажа, так как теперь уж просто нет сил, поэтому нужно выбирать: надрать тому уши и настучать по голове, или же терпеть, руководствуясь принципом «детей бить нехорошо». Выбор действительно сложный, но руки-то чешутся, и пацан не собирается успокаиваться, так что все зависит от вас. Вы ведь хотите приземлиться в хорошем настроении? Так как игры из категории Happy Wheels представляют собой черный юмор, вам предстоит увидеть довольно агрессивные и мрачные сцены. Игры из этой серии Happy Wheels учат людей любить жизнь, какой бы она ни была, не сдаваться в сложных ситуациях и во всем искать позитивные стороны. Игра заряжает оптимизмом и дает новые силы тем, кто пребывает в отчаянии или просто в плохом настроении.